Да. Добрый день еще раз. Меня зовут Елена Ершова, я психолог проекта «Дети 404». И мы говорим о том, что мы представляем систему квестов, направленных на осведомленность детей о насилии с анализом стратегий на основе документальных свидетельств. Проблему, которую мы решаем, это когнитивная изоляция ЛГБТ-подростков. Мы говорим о том, что информации недостаточно в этом направлении, особенно в сегменте Рунета. И о том, что очень трудно подростку в силу возраста и ряда других причин, в том числе проблемы ЛГБТ, анализировать собственные стратегии и найти, как совладать с этим. Механизмы решения, которые мы видим, это, во-первых, детализация проблемы, с которой приходит подросток на сайт, такой типичной проблемной ситуации, варианты, максимально распространенные в среде выхода из этой проблемной ситуации, и анализ эффективности, насколько эта стратегия конкретно эффективна, насколько она рискованная. Целевая аудитория наша усредненная – это девочка-подросток, как правило, лесбиянка, 16 лет. У нее есть определенное эмоциональное состояние, и ей трудно обратиться за очной помощью, поэтому мы считаем важным не только очную помощь. У нас есть определенная система обратной связи, уже отлаженная в социальных сетях, но помимо этого у нас есть большой штат активистов и специалистов, которые мы тоже надеемся задействовать, и возможности сайта. У нас уже сайт существует и работает, и то, что мы предлагаем в рамках приложения к этому сайту. Самое сложное для нас – это геймифицированные продукты, потому что документальные свидетельства, контент-анализ – все это есть. Есть сайт, мы видим возможность реализовывать отдельными ветками по проблемам, и тогда это гораздо проще дорабатывать, стратегически реализовывать. У нас есть волонтеры, у нас есть в каких-то максимально важных случаях пожертвования, но сайт уже существует. Вот нам нужно финансы для того, чтобы это реализовывать. Мы детализировали логику, проблему, выбрали те проблемы, которые специфичны для нашей аудитории, продумали, как мы это будем реализовывать. И сейчас мы вам покажем то, как мы это видим. Помогите нам. Как это делать? Ну, закрутится. Здесь закрутилось, а здесь нет. Да. Это дало возможность вам прочесть, что Юра. Так, ты берешь что-то другое. Слава тебе, Господи, все есть? Да, все есть, да. Меня зовут Александр Эмрис, психолог проекта «Дети 404». Ну, собственно, мы представим вам тот продукт, который создавали на хакатоне. Ну, наша целевая аудитория – девочка 16 лет, лесбиянка. Соответственно, она попадает... Да, в игровое поле, что-то оно не работает. Через мышку попробую. Да. Это девочка, то есть в начале игры человек выбирает свой персонаж, тем самым он детализирует проблему. Вот мы берем нашу усредненную девочку с целевой аудиторией. Да, соответственно, она попадает в игровое поле. В данном случае мы рассматриваем только одну ветку, потому что все написать за хакатон невозможно. Соответственно, она выбирает проблему с родителями, у нее возникли, и переходит. У нее в данном случае мы рассматриваем тему неудачный камин-аут. Она переходит дальше, причем на каждой ветке будет расписание, которое я покажу чуть-чуть ниже уже. Она переходит, соответственно, в камин-аут, смотрит, что у нее она сталкивается с ситуацией физического сексуального насилия. Достаточно распространенная ситуация в той или иной степени. И она уже может выбрать. Мы выбрали эту тему еще, потому что она очень слабо освещена. Плюс еще выбрали тему шелтеринга, когда дети просто убегают из дома, живут с родителями. Соответственно, она переходит дальше в шелтер. Да, сейчас мы уже сделаем. Да, и вот, соответственно, вот на примере того, что она ушла в шелтер, мы покажем, к чему она в итоге приходит. Здесь сразу же дается краткое усредненное описание ситуации.
А сбоку вы можете увидеть письма, фактически материал, который мы берем. И под усредненной ситуацией идет комментарий юриста, комментарий психолога, сначала разбор ситуации, а после этого идет стратегия выживания, то есть по линии ВСС выживания, совладание, сопротивление, взаимопомощь. И вот это дает. Ну, плюс могут быть комментарии активиста, комментарии социального работника. Ну, по мере необходимости к каждой теме будет все. Спасибо за внимание.